Здорово, друзья! Как вы просили, челлендж мега оружие. Подключаем команду, откроем мега оружие, идем в сталиках, короче, очень жестко, погнали. Так, ну что, давайте открываем, уж тогда. Подсолки, если что, нельзя, только на оружие, ну, на которых подсолка ставится. Это я все знаю, да. О, классно. А у кобра? Гроза кобра. Сидит. СКС-ка сталь. О, что-то знакомое, да? Очень. Так, ну что? Что выпало? У нас, походу, две грозы. О, фига себе. Чё? Гроза кобра, отлично. Слава богу, хотя бы гроза. Две грозы кобра выпало? Да. Да. Прикольно. Так, сейчас обвес берем. Ну, я буду с подстволочкой. Хорошо. Это идеально. Хотя бы один человек с подстволкой будет. Ну так хотя бы шансов намного больше. Ну так-то гроза топ. Вообще, все, что могу сказать. Класс, да. Просто гениально вот сделал. Круто. Ну, должно быть с первого раза, по сути. Сразу на чувака с СКС даже не рассчитывайте, если что, ну, не поможет. Егор предлагает сразу же смотреть. Спасибо. Ну, меняться можно, типа, никто не запрещал. Очень ответственный момент. Играть с СКС-кой, конечно. Хорошо! Но с грозой легко. Серьезно, там, если ночник у тебя, то можно вообще стрелять легко куда угодно. У меня ночник. Ну, вот с АУГом, конечно, тут непонятно. Тут его так-то трясет тоже сильно. Угу. А у тебя такая же СКС в прошлый раз была? Или другая СКС была? У него вышка была. Другая все-таки. Ну, сейчас зато сверишь, какая лучше. Хорошо. Короче, сейчас либо проходим вперед на рожок, либо нас, ну, закрывать в спину будут. А, ну, четвертый там бегает. Короче, сейчас все. Минус один. Минус один. Хотя таланты вкачаны, но... Да ну. Как будто с узика какого-то стреляешь по урону. Че, куда пойдем? Куда пойдем? Предлагаю вниз добычу. Просто что-то никто не идет. Хотя сейчас этот сникпит может прийти, кстати. Угу. Давайте подождем лучше. А где будем ждать? На рожке. А, да? Босс еще потянется. Угу. Ну, давайте тогда, можно босса завалить. Как говорится, мы не рискуем. У меня, кстати, патрон маловато, я бы сказал. О! О, это с бага. Баг. Ляни, конечно. Я вижу. Две головы ему дал. Две башки тело дал. Ну. Походу ног я ему тоже две башки и тело зажиг дал. Да, я тоже думаю, что ног. О. Еще. Только откуда? Справа откуда? Два метка, можно? Кто-то босса заберите, чтобы он потом не мешался. Да, он вроде не мешает. На две башки. О, босс, забрали, сейчас посмотрю. Фиолетовый, понятно. То дерево. Мне кажется, чувака снизу поднимают, да? Хае греет. Нет, он дым греет. Дым не надо греть, вообще-то. О. Конечно, с МКшек они так себе стреляют, я вам скажу. Нокнул. А где нокнул? Чуть ниже, там, да. А, там тоже дымы. Не знаю, может быть, так, кстати, они поднимают даже. Опа. Мост. Не мост, а у дерева прям. Вот здесь. А чё он? Не высовывается? Подстволок нету, блин. Ох, фига себе, говнюк, у него тоже зажиги. Поднимайте нас по-быстрому. Подожди. Блин, капец, вообще зажигу в голову дал и все. Кирдык.
Ну, вот бы босс бы сейчас помешал бы подняться, поэтому надо было его забрать. Ой, что-то у меня пополз. Кстати, непонятно, это, по-моему, не их тиммейт. Но он дал им подняться, я так думаю. Может быть, их. Это их. А, то есть они втроем там, а он один здесь? Ну, может, слушай, я тип недочек. Ну, так-то да. Ну, там подняли, я думаю, уже. Да, там. Откуда вы? Очень да близко стреляли. Фига себе. Блин, была подстволка сейчас, пипец. А вот у них она есть, кстати. Идите вы со своими подстволками. На закидывают моликами. Бля. Меня сейчас грозы. Нормально. Тип дал 3 головы, нормально. Капец, а вообще жалко, что нет этого подстволки у меня. Прикиньте молик. Кто-то молик прикиньте. Я одному нормально так-то дал. Минус один. Что, через главное не пойдут, надеюсь? Надеюсь. Последняя у меня аптечка. У меня шлем уже в ноль. Тяжело было? Моя двойка. Да, блин, а я подумал, а где я патроны искать Хорошо. Буду? Так, ну хоть по аптечек взял. Ну что-то Спасибо, не похоже на файт, конечно. Там граники сейчас летали, они походу дофайтились. На развалине чип. А, даже там? А вы что, уже по ним стреляете? Влево крутить. Влево убежал. Понял. Ну так-то теперь они от нас не уйдут уже. Боже, кто им граник дал? Я бы мог сейчас сталька бы нокнуть. А что, он испугался граника? Да, они из-за дома отбегают. А в углу тут сидит Андрей, потише, тут в углу тип сидит. Да-да-да. Сковорода, блин, у него. Одинок, в доме. Лоу ХП, сталик. Вот хилял, бежит. Ранил. Дядя Тама. О, фига, там дымов он прокинул. Глеб, или его подмите. Я быстро тебе. Все. Все. Четко. Один дотек. Мой красненький. Мой вроде тоже. Или не красненький, да, красненький. Мой тоже красненький. Глеб один такой, бедолага. Так я не знаю, не мой. Ну, нам повезло, мы убили жирных. Очень. Тут реально файт был. Только мы не нашли трупов, правда, вообще. Файт. Короче, можно идти на выходы, насколько понимаю. Короче, сообщаю, вынес, значит, 500 косарей. Ну и, в принципе, все, что я вынес. Конечно, немного, но зато это честная работа. В общем, мы сейчас еще готовимся в одну катку. Челлендж уже успешно выполнен, но мы постараемся немножко еще пофайтиться, чтобы видео не получилось максимально коротким. Так что увидимся снова в катке. Опа. Офига себе. А куда это он выстрелил? Прям сюда куда-то лупит. Это что такое? Ого. А это законно? По-моему, нет. Что-то подозрительно. Ничего себе. Фига себе, конечно. Ну, тут, короче, отбегает, он нас там принимать будет. Поэтому лучше не лезть. А, понял. Вышка, походу. Возможно, разные склады, кстати. Угу. Две башки. Голову, два тела. Класс. Он вообще не хилит. А, бошку. Он вообще не хилится. Ну, наверное, он не один просто, поэтому. А смоки прокинули, значит, нокнули. А зачем кидать? Смотри-ка, высовываются уже. Откуда его? С
стрельнул, урон не прошел, по-моему. Хотя загорелся. Фига, блин, а чё это, как так-то? Три ты головы дали. Так ставит? Вот так не надо делать никогда. Это софт. Чего? Три головы мне отвесили. Фига, три, причем не две. Ай, еще и в спину зашли, Сталик. А, ты чё, отошел отсюда? Надо было здесь стоять. А типа нормально сквозь смог шить? Да ему вообще кайф, стоит в смоку, шьет там под этому Сталику. Сталик спрятался, Сталик меняя. Да боже. Да, неплохо, неплохо. Но они заранее что-то начали по столкам стрелять, это подозрительно было. Типа они уже как будто знали о нашем прибытии. Фига, шлемака-то уже просто развалили его. А, тип вон там бегает. Где-то. Фига, опасно было? Двое. Простые. У меня пикторок не было. Один ног, по-моему. Мы дали ног. Оба ног. Ног. А где этот софтер? А, от меня... Да. У меня? Он уже правее, дядь. Я тут. Да чего? Он мне все в голову дал, Олег, о чем? Он умирать-то будет? Что за бред? О, не, не в голову все дал. А где последний? А, он поднимает, наверное, своего. Там простая каска. Прикольно. МКшка, вышка. Ник у чувака знакомый. О, с теплоком МКшка была. Прикольно. Да, да, да. Так, Андрей, ты вы такого уже убивали. Я запомнил. Броня раз, броня два, МКшка три. Еще красный? Броня шестая. А да, разве? Броня шестая. Просто я тоже нокал. Это твой? Да, да, я нокал. Он походу отползал, и его тиммейта убили. Его тиммейта убили, короче. Дядя троих убивал. Я ни одного не нокнул. Либо же этого я, а не. Не, я никого не, вроде бы. Не, я, это фулл хпшные, которые это... были. Которые пушили нас. Дядь, у тебя там жетон? Вон слева. А, да, да, вроде. Но да, вроде. Пайк. Интересно. Блин, надо закрывать, они в чистом поле. Вон бежит дядь, справа, справа, за дерево то. Не знаю, нокнул, не нокнул. Раз 12 но. Попал. Нет. Нок. Должен был в любом случае догореть. Так. Еще один минус. Ты как умер? Как? Бролик. А, бролик 0, ладно. Фига себе. Уже все. На тебе вот этот надень. Хотя, блин. Слушай, прикрывай нас, прикрывай нас. Чего? Все, забрал. Мой тоже там дотек какой-то. Капец, вот это опасно было. Пацаны, они закрыли сквад, тут МКшка Сталик лежит. В смысле? Фиолетовый это чей был, кстати? Мой вот этот, по-моему. А, да, вот этот мой. На Глеба иди там, а вот. Трупы. Фига, я тут еще нашел свое. О, вот еще труп. Еще броня выпала. Да, они склад положили. Фига. Так, аптеки. Да, и на этом заканчиваем. Фига себе, прикиньте, я вынес 2 МКшки, 4 брони. Вы представляете? Отлично. Фига себе, одна причем с теплоком даже. Я, кстати, очень много выношу. Фига себе, прям сочно. Сейчас скажу, сколько получилось. 1 400 000, офигеть. Прям вообще. Норм. То есть 1 300 000 это только вещами, даже чуть больше. Неплохо. Короче, вы увидели, наверное, самое сочное, что могло только произойти. С вас, конечно же, лайк, вот именно за такое. Ну и подписка. Также не забывайте про мою телегу, ссылочка на которую будет в описании. Ну и также куча других ссылок тоже будет в описании. Спасибо за просмотр, не болейте и до завтра. Пока.